На портале «Экзегет» сегодня мы с вами поговорим о воскрешении умерших. Поступил вопрос, почему раньше, во времена Спасителя, даже во времена Ветхозаветной или во времена апостольские, церковная история свидетельствует нам о том, что были случаи воскрешения мертвых. А сейчас с такими случаями мы с вами не встречаемся. Мы с вами обильно встречаемся с чудесами. В этом мире действуют точно так же все те законы божественной благодати среди святых людей и угодников Божьих, о которых мы с вами читаем в книгах, о которых мы читаем в Священном Писании, в Ветхого и Нового Завета. Все это происходит с нами. Но, наверное, в той же самой концентрации, как это и было в те времена. Ведь мы с вами помним, что воскрешение умерших в Ветхом Завете на протяжении пяти тысяч столетий это были единицы, которые мы можем с вами на пальцах одной руки, в общем-то, вспомнить. И пророк Божий Илья воскресил умершего, в Новом Завете это апостол Павел, естественно, сам Христос троих людей воскрешает. То есть тоже не так часто это было. Но и в наше время, в общем-то, есть такие события, когда э, люди получают благодать от Бога и э, продолжают свою жизнь в этом теле до установленного срока. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.